выпуклый корпус, две струны. Незатейливый с виду инструмент отражает глубокую философию Великой Степи. Тамерлан Мендыбаев осваивает игру уже третий месяц. Говорит, доволен своими успехами. Поначалу у меня болели пальцы, сложно было переключать лады. Но со временем я тренировался, и мне все удалось. Мне нравится перед публикой выступать, ведь я получаю это удовольствие, что мне аплодируют, мной гордятся. В Самаре в Доме дружбы народов прошел концерт «Играй, Домбра». Для зрителей выступили танцевальный ансамбль «Мерике», музыкальный кружок «Тумар» и другие творческие коллективы региона. Также в зале работала выставка национальных блюд. У нас есть такие курпе, как типа маленькие матрасики, стелятся скатерть, и на полу мы едим свои блюда. Естественно, ни одно мероприятие не проходит без бешбармака, без баурсака. Это наше обязательное, что должно присутствовать на нашем столе. Организатором праздника выступила национально-культурная автономия казахов АКЖОЛ. Концерт прошел при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.